встречайте, якутский Дед Мороз Чизкам на северном олене. Конечно, на олене. А на чем же еще мог приехать в Самару властелин холода? Голову северного деда венчают рога. По якутской легенде, Чизхаан, он же бык холода, создает зиму своим дыханием. А потому самарский снегопад далекого гостя не испугал. Небольшая экскурсия по резиденции, и вот уже сотни мальчишек и девчонок спешат в гости в заветную деревянную избу. Он строг и суров. Но если видит, что люди перед ним хорошие, то он точно не заморозит. Увидеть сказку своими глазами, сфотографироваться с Дедом Морозом и получить подарок от Снегурочки. От таких радостей не отказываются и взрослые. Самый волшебный момент случается, когда закрываешь глаза. И вот сейчас подумайте о самом своем заветном новогоднем желании. Я загадала, чтобы всегда Дед Мороз был хорошим, приносил всем радость. Нам очень понравилось. Тут именно все сделано для детей, для родителей. Такое сказочное настроение. Даже несмотря на снегопад, настроение сразу поднимается, потому что попали как в сказку. Дом самарского Деда Мороза – это воплощение настоящей детской сказочной мечты. Каких персонажей здесь только нет. И Баба-Яга, и Василиса Премудрая, и даже волшебный снеговик. Каждый день резиденцию дедушки посещают около 2000 человек. И кажется, что действительно этот проект можно назвать успешным. Резиденция самарского Деда Мороза все новогодние праздники принимала дорогих гостей со всего света. Йолупуки из Финляндии, а также морозных братьев из Мордовии, Чувашии и Татарстана. С Новым годом! С Новым годом! Юлия Чернеева, Артем Сулайманов. События.